Житков Дмитрий Васильевич, российский военнослужащий воздушно-десантных войск, гвардии, капитан. В 1998 году окончил среднюю школу номер 150 в Нижнем Новгороде. С 1999 года проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации. В 2003 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и был направлен для прохождения службы 45-й отдельный разведывательный полк ВДВ на должность заместителя командира разведывательной группы специального назначения. В 2004 году находился в длительной командировке в Чеченской Республике. Награжден орденом мужества, присвоено воинское звание старший лейтенант, назначен на должность командира разведгруппы специального назначения. В августе 2005 года направлен во вторую командировку в Чеченскую Республику. Присвоено воинское звание гвардии капитан. 19 октября 2005 года группа капитана Житкова в районе села Харачо Веденского района Чечни была обнаружена база боевиков. Боевики были выбиты из базы, понеся при этом потери. При преследовании отступавших Дмитрий Житков подорвался на взрывном устройстве и был тяжело ранен, оказались перебиты обе ноги. Раненый он продолжал руководить подразделением, лично корректировал огонь артиллерии. В бою было захвачено большое количество вооружения, боеприпасов и снаряжения противника. Уничтожено 7 боевиков. Трое из них лично капитаном Житковым. Скончался до эвакуации в госпитале от раны и большой потери крови. Среди подчиненных, погибших и раненых не было. Похоронен в Нижнем Новгороде на кладбище Березовая пойма. За мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга в Северокавказском регионе, указом президента Российской Федерации было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно 9 октября 2006 года. 18 декабря этого же года 2006 на здании средней школы за номером 150 Нижнего Новгорода, в которой учился герой, была установлена мемориальная доска. После закрытия данной школы новая мемориальная доска была открыта 9 декабря 2011 года в средней школе номер 109 Нижнего Новгорода. В 2017 году открыта еще одна новая мемориальная доска на православной гимназии Александра Невского. В 2009 году было принято решение присвоить имя Героя Российской Федерации Дмитрия Житкова скверу в Нижнем Новгороде по Московскому шоссе 177. В 2017 году имя Житкова было присвоено школе номер 109.